Run away, run away, can I bury my head, please? In a beach from your magazines that you toss on your floor. If I stay, could we lay and forget about all of this? In your bed, is that selfish? If I don't talk anymore. Хочется получить много эмоций положительных. Получить удовольствие и посмотреть на красивый пейзаж. Я бегу белую невесту. С ребенком еще бежим детский старт, фан-ран. И завтра 50 километров. Горы, осень. Цвета деревьев очень красивые, природа. Без дождей уже отменили. Наверное, там Миша договорился. На финише каждый раз это такой просто праздник, я не знаю, духовный. Ты прибегаешь, было же все силы, а те люди встречают с улыбками, обнимают, поддерживают. И мы приехали из Нижнего Новгорода, мы привезли с собой нашего товарища. И сейчас Олег побежит гонку невест со мной, за двумя невестами. А мы будем догоняющими женихами. Надеюсь, догоним. Огромное вам спасибо, что уделяете такое внимание детским стартам. Ну, это прямо здорово, потому что я вчера, несмотря на то, что у меня старт был в 4 часа, я вот с 2 до 3 находился там, на детском старте. Но это прям классно, когда дети, такое количество детей бежит, и понимаешь же, что это вот наше будущее, те, кто будет там через, может быть, 10 лет бегать такие же гонки. To know this, but I've all but just forgotten what the color of her eyes were, and her scars, or how she got them. As the telling signs of age rain down, a single tear is dropping through the valleys of an aging face that this world has forgotten. That will put me in my place, and there is no time like a present to drink these drained seconds. Старт такой, довольно-таки техничная трасса, прям с элементами такого лазания по деревьям. Реально, что впечатлило, это енот. Я просто никогда енотов не видел, а тут вживую я бегу, и он вот прямо сидит, и он-то сам испугался, и я испугался. Я думаю, такой прям здоровый, и на дерево сразу же убежал. Questions that you still
как всегда. Мне очень понравилось, и я рада, что не было мысли о сходе. Ожидали то, что будет, ну, горы немножко полегче будут в Геленджике. Вниз было сложнее бежать, чем вверх. Вначале классно, темно, красивые горы. В середине было очень жарко, я приуныл, расстроился, думал, что сейчас лягу день под кустом умирать. Вот, но после трех, после четырех солнышко ушло, стало хорошо, выпал на ракетчику. Жизнь опять стала прекрасной, красивой, красные ели в лесу, классные тропы, горе, море. И точно буду об этом вспоминать дня четыре на каждой лестнице, наверное, которую встречу. Все радуются, но при этом все, мне кажется, все равно ищут глазами, что где же Миша, как его обнять. И в плане меня лично, в плане поддержки, ну, мы всегда рядом. Когда ему тяжело, он идет ко мне, и наоборот. Это очень круто, что вы смогли приехать, вы нашли время, нашли возможность. Независимо ни от чего, вы здесь, вы получили тот кайф, который мы смогли вам дать. И это очень ценно для нас, что вы нам верите, цените нас, доверяете во всем. Наконец-то, спустя 8 лет, мне кажется, мы собрали ту самую команду, которая должна была быть. И очень всех буду беречь и стараться, чтобы команда росла, и чтобы те люди, которые сейчас, они всегда у нас оставались.